Приветствую всех на своем канале в утренний час. На этот раз прием FM диапазон на Texan PL660, радио «Спутник» из Приднестровья. Прием в городе Кишиневе на внешнюю телескопическую антенну. Диполь. Прием уверенный. Уже все успокоится, или хотя бы в значительной степени успокоится, все поймут, что нам с этой... Некоторые подписчики говорят, что PL660 в FM-диапазоне плохо принимает. Принимает он отлично. Чувствительность, избирательность хорошие. Он снял очень большое напряжение. Прием на наружную антенну. Слушайте, а еще скажите по ценам, так сказать, по востребованности вот этого санаторно-курортного. Передача из Приднестровья. Сейчас, ну не знаю, там Российский Кавказ, Минводы, Пятигорск, может быть, Беларусь. Насколько это востребовано и сколько стоит? Полминутки только. Знаете, я так скажу. Вот мне всегда хотелось бы, чтобы в этом... как говорят, мероприятия очень участвовали агентства и туроператоры. Получается, что в этом мероприятии мы практически не участвуем. Да? Объясню даже почему. Это тоже очень такая большая-большая проблема. Потому что вы правильно сказали в эфире, да, вы делаете все самостоятельно. Вот. И с чем сталкиваемся мы? Это самая глобальная проблема, больное место нашего турбизнеса. То, что мы даем туристу санаторию, мы даем туристу, собственно говоря, отелю, а потом этот отель благополучно предоставляет этому туристу скидку напрямую. Спасибо. Спасибо большое. Понятно, да. Сергей Самохвалов, член управления Альянса туристических агентств, был с нами на прямой связи. Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Радио «Спутник». Новости. В студии Наталья Карасева. Здравствуйте. Встреча «Россия-НАТО» ожидается 12 января. Об этом сообщил представитель Белого дома. Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил о намерении созвать совещание сторон на эту тему. На эту дату, по словам замглавы МИДа Александра Грушко, главной темой встречи станут российские предложения по гарантиям безопасности, включая нерасширение Альянса. Я напомню, 10 января Москва и Вашингтон проведут переговоры, посвященные контролю над вооружениями и силами. Огню отдать, ответил гренадер и сквозь пламя вынес портрет в безопасное место. Оказалось, что он спас портрет баронессы Ульрики Поссе, бабушки Натальи Николаевны Пушкиной. По воспоминаниям, в одной из зал государь нашел целую толпу гвардейских... Благодарю людей, всех за просмотр. От стены. До новых встреч. Пока. Вокруг все пылало.